Чествовали сегодня и лучших выпускников Якутии. Так, в столице прошла встреча главы республики Егора Борисова и выпускников-медалистов этого года. Новоиспеченным абитуриентам, окончившим школу с особыми успехами, вручены грамоты, медали и памятные подарки. Церемония награждения состоялась во Дворце детского творчества. Анастасия Данилова продолжит. Во Дворец детского творчества поздравить золотых медалистов 2015 года съехались первые лица республики, а также представители Министерства образования. Традиционно медалистов со всех регионов Якутии встречали на красной ковровой дорожке. В числе лучших выпускников школ на мероприятии были призеры всероссийских, республиканских и городских олимпиад. У нас в республике в этом году 8500 выпускников. Из них 503 выпускника сегодня получают золотые медали. Они показали особые успехи в обучении. Егор Афанасьевич Борисов пожелал нынешним медалистам не ошибиться в своем направлении, обрести любовь и жизненное призвание. Благодарность за напутственные слова выпускники вручили Егору Афанасьевичу панно из кожи, на котором изображена карта республики. Я хотел бы прежде всего пожелать, чтобы вы выбрали правильную для себя любимую специальность или профессию. Это очень важно. Если вы ошибетесь, ошибка тоже бывает, но что вы все равно пришли к тому, чего вы хотели. Иначе всю жизнь будете мучиться. Первое. Второе. Вы должны выбрать спутника жизни, найти свою любовь. Это для молодых людей. Это не секрет, это очень важный момент. И чтобы вы в этом плане тоже не ошиблись. В-третьих, когда все это есть, вы должны найти любимую работу. Министр образования Феодосия Габышева торжественно наградила каждого медалиста. Всем, кто окончил школу в 2015 году, с отличием были вручены грамоты, медали и памятные подарки. Ни один выпускник не остался без внимания. Я собираюсь поступать через департамент в Москву, скорее всего. Московский институт стали спор, скорее всего, так как прошел туда по олимпиаде. На специальность экономику, но я еще до конца не выбрал. В глазах присутствующих в зале родителей и учителей была отчетливо видна гордость за своих детей. Получившие аттестат о среднем общем образовании, впереди их ждет все самое лучшее. В завершение мероприятия выпускники пустили воздушные шары в небо в знак вступления во взрослую жизнь. Анастасия Данилова, Иван Семенов, НВК СХ, Якутск.